Сделай правильный выбор. В Караганде запустили проект по продвижению рабочих профессий среди молодежи. Для этого заключен меморандум с 10 колледжами нашего города. Подробнее в сюжете. В 2021 году молодежный ресурсный центр города Караганды запустил проект «Доростанда ужаса. Сделай правильный выбор». Он призван пропагандировать среди молодых людей рабочие специальности. В рамках данного проекта стартует конкурс профессионального мастерства среди колледжа Караганды. В рамках проекта будут проведены встречи с лидерами предприятия и будет проводиться конкурс рабочих специальностей по 5 направлениям. Для проведения конкурса мы выбрали основные 3-4 колледжа, у которого есть база, где мы можем провести конкурс с практическим заданием. На территории города функционируют 13 колледжей, обучающих рабочим специальностям. Их учащиеся принимают участие в этом проекте. Таким образом, создаются условия для увеличения числа конкурентоспособных специалистов по рабочим специальностям. Разъясняется важность и необходимость рабочих профессий для развития экономики города. На базе нашего колледжа, Караганского технико-строительного колледжа, ведется подготовка специалистов по рабочим профессиям. Уже более 3 лет. В нашем колледже открыт центр компетенции, в котором мы подготавливаем по 9 направлениям наших студентов, то есть 9 компетенций, который оснащен 18 мастерскими и 8 лабораториями. Сейчас, на данный момент, ребята готовятся к профессиональному конкурсу. Караганда является индустриально-промышленным центром страны, треть населения которого составляет молодежь. Поэтому подготовка специалистов рабочих профессий, обеспечение рынка труда хорошими специалистами прямо влияет на экономику города. По каким специальностям будем проводить конкурсы, потому что мы хотим охватить все основные профессии, которые есть во всех колледжах города Караганды. Для оценивания конкурса будут привлечены социальные партнеры с колледжей, это их работодатели, то есть люди с производства. Конкурс профессионального мастерства среди колледжей города Караганды пройдет с 25 по 28 октября. Айша Усимбекова, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.